И всем привет, с вами снова Денчик, и сегодня мы проходим NFS Carbon on the City, и сегодня мы, наверное, купим тачку. Ну, у меня вот есть, конечно, тачка уже имеется, вот, Mitsubishi Lancer Evolution. Но что-то я, знаете, решил сейчас, ну-ка, дай-ка, можно, в принципе, тачку тут купить. Mitsubishi Eclipse GT. Пантиака. Не, Пантиака что-то я не хочу покупать. MR2 есть. Мустанг есть. А вот тут уже недоступно. Так, Toyota. Ford. Ой, какой Ford? Это Пантиак. Пантиак. Mitsubishi. Ford Solstice. И... Ой, какой-то... Это Pontiac Solstice Ford. Pontiac Solstice, так. И Golf есть. Но я не знаю, тут у нас что. По-моему, Pontiac, Toyota, Ford, Mustang 1967 года. Блин, даже не знаю, Pontiac. Но по скорости, в принципе, хорошо. Всех делает. Ford тоже нифиговый. Но я что-то не знаю. Чем мне покупать-то? Eclipse. Pontiac Solstice. Golf GT. Golf. Бля, да я не знаю. Если я куплю Pontiac, например. Или что-то еще. Toyota MR. Ну, Pontiac, в принципе, он по максимальной скорости лучше. По ускорению он хуже. По управлению, ну, так, пойдет. Не, по ускорению он хуже. Так, по... Чё, по ускорению? Да, по ускорению что-то все тачки, блин, конечно, жестко сказать так. Но вот у меня вот. Вот такие вот настройки. Максимальная скорость ускорения управления. Cobalt SS. Блин, Cobalt SS. Cobalt SS. Golf. Golf. Pontiac Solstice. Не знаю даже. Давайте ради разнообразия возьмем Golf. Да, хочу купить эту тачку. Я ради разнообразия взял гольфа. Потому что у нас гольфа, мы на гольфе не катались здесь. Так, визуальные запчасти. Мне хватит денег. Цена. Ну, в принципе, хватает на вес. Так, спойлеры. Ну, вот такие для хэтчбека. Спойлеры подходят. Для хэтчбека. Такие уже что-то, знаете, колхоз надо же ставить. Вот такой вот, не, еще не колхозно. Вот такой колхозно ставить уже. Так и называется, придурок. Охрененный спойлер. Я бы такой не поставил, дрэк. Дрэк. Ну, такой давайте. Дрэк. Капоты. Капоты. Блин, пластиковый капот. Не знаю. Блин, пластиковый капот. Как назад-то я забыл уже нажать. Ай, блядь, придется вспоминать еще. Так. А, это приблизить. А, это отдалить. А. Так, ну вот такая вот тачка получается. А как повернуть-то? Что-то я не помню. Ладно, хрен с ним. Сейчас вспомним настройки игры. Кнопку, которая возвращает нас назад. А, это К. Понятно. Значит, нажимаем Q.
Так, точнее не к Ю, а к... Так, все. Спойлер, мы поставили винилы. Ой, я вышел случайно. Так, нет, насчет винилов я хотел поговорить. Так, каракули. Ага, каракули. Так, что у нас? Винилы, винилы. Какой там винил стоял у нас на лансере? Хотя можно поставить еще получше, тут, в принципе, винил. Вот такой стоял, по-моему. Не, давай-ка вот поставим вот этот вот. Он мне больше нравится. Вот такой. Применить к моей машине. Да, к моей. Так, ну и обода, краска. Давай покрасим цвет окон. О. К моей машине применить. Так, покраска тачки, покрасить тачку. Давайте покрасим такой же цвет, как и лансера, давай. Так. Покраска ободов. Так, нельзя заводские покрасить. Так, покрасить это вам не этот. Не прострит. Кстати, в прострите можно было покрасить эти диски. Ну-ка, диски нам можно прикупить. Так. Да, в принципе, ББС. ББС. Опять ББС и ультра. Давай-ка ББС поставим. Ну, что-то ББС понравилось. Так, ББС. ББС. ББС, да. И давайте еще ББС покрасим. Так. Нет, не винил. Винил нахрен нам не нужен. Так, ББС покрасить надо. Нет, не окна цвет. Цвет оба... Бля, покраска. Покраска обода. Вот. Так, ББС. Какой бы нам ББС это покрасить? В цвет тачки? Правда, в черном цвете они как-то колхозно выглядят. Так, желтый цвет. Давайте в желтый. Применить к моей тачке. Так. Что там насчет... Ой, я хотел сказать, что там насчет тюнинга? Так, нет. Блять. Запчасти. Во! Запчасти, так. А, давай-ка третий поставим. Так. Управление. Блин, зачем я это нажимаю? Так. Шасси. Нихера себе, четвертый уровень. Нихера себе, турбо. Ёкарный бабай, ничего себе. А вот нитро второго уровня, так. Так, мотор какого у нас? Третьего. Так. Точно, третьего. Так, управление у нас третьего. Так, шасси четвертого. Турбо четвертого, все. Кстати, как у меня настроена тачка-то? Что-то я не понял толком. Так, визуальные запчасти. Нет, запчасти. Вот я лох, если честно. Я не знал, что тут уже доступно столько всего. Так, турбонаддув. Турбонаддув четвертого поставим, в принципе, что, нитро. Бля, денег не хватает уже. Ладно, хрен с ним. Я бы сказал так. А мы пересаживаемся на наш гольф. Так. И давайте прокатимся, что ли, на нем. Так, карта гонки. Такс, что тут у нас? Какой-то вот из этих районов надо захватывать. Вот этот точно. Давай, гонку. Сейчас прокатимся на нашем гольфе. На новенькой тачке.
Хоть какое-то разнообразие. Да, кстати, гольф получше будет. Я бы сказал. Ну, в принципе, Лансер тоже был неплохой. Тачкой. О, ни хрена его вынес. Кстати, мне этот гольф напоминает, сейчас скажу, это как из Most Wanted гольф получается. Такой же, как бы, я бы сказал. Только обвес. Ну, обвес, по-моему, тот же, только он немножко другой. Так. Так, минус ТТ. Сейчас я вас всех поуничтожаю, придурки. Так, Понтиак. Или это... Чарджер? Нет, это не Чарджер, это Понтиак. Так. Так. Ну, Понтиак, как бы, вперед уезжай. Так, это Понтиак точно. Давай, Азотика. Так. Вас надо 9 раз уничтожить, да? Сейчас попробуем сейчас. Бля, время-то кончается. Это какое-то хардкорное задание. Сука, время кончается, бля. Время, блядь, кончается, сука. А, бля, муха. Да-да-да, крах. Давай по новой. 9 раз надо заебашить этих придурков. Это я бы сказал, но я не буду говорить. Это просто капец какой-то. Я бы так сказал. Так, ладно, погнали. 9 раз надо вас, пацаны, зафигачить. Да, вот это поистине хардкор. Хардкорная вещь. Я бы сказал так. Ну? Ну и что? Давай. Азотика. Так, пацаны, во мне цены. О, да ладно, я его уничтожил. Так, 9 раз надо вас зафигачить. Так, Понтиак. Минус Понтиак. Еще осталось 4. Бля, почему так времени мало дают, а? Я был по... Эй. Всех зафигачу. Я бы так сказал, так. Так, с ТТшка минус. Так. Еще осталось 2. Ёба, народ. Как так-то, а? Опаньки, нормально, чё. 8-9. Ну давай быстрее. Ну. Бля. Слышь. Опа, нормально, чё. Да все уже. Победа. Нормально. Так, чё у нас там? Бля, так. Бля, чё? А, вот. Так, вызов босса есть. Давай-ка вызов босса, в принципе, чё? Чё бы нет-то? А, нет, нет. А, вызов босса. Ну, давай.
А где босс? Что-то босса не видно. Маркус, Кита. Ну это мои напарники. Так, а где босс? Алло? Я босса не вижу. Где босяр-то? Так, пацаны. Я как бы вас обгоняю. Так, пацаны. Эй, блядь! Вот, чё я нажал? Так, давай заново, а? Это как-то нечестно было. Давай быстрее! Давай налево. Давай! Бля, если эта тачка не едет, я её зря купил. Пацаны, давайте. Ну, разгоняй меня, блядь! Давай налево. Так, давай. Давай, блядь. А, я же вас не применяю, чувачки. А как вас применять-то? А, вот, я забыл. Я забыл, как применять этих придурков. Так, ну. Так. Все, пацаны. Я погнал. Давайте с ними разбирайтесь, я пойду на первое место. Так. Давай, газуй, гольф. Красавчик. Так. Я, наверное, на гольфе дальше буду продолжать карьеру. А, в принципе, можно и на гольфе тут. Фигово так. Ездить, так. Все, они там все свои шины проткнули, так. Это мне в плюс. Так. Ну это у нас, по-моему, да, это спринт. Спринт такой. Так, ну давайте. Сейчас доедем до финиша. Что-то эта команда как-то не чувствуется. Потому что под со мной помощники были. Так. Зашибись. Давай продолжить. Это как-то изично было. Мы чё, победили эту команду? Нормально, чё. Так, чё, там можно настроить тачку было, да? Сейчас давай-ка мы зайдем на мои тачки. И визуальные запчасти, так, нет. Бля, визуальные запчасти. Зачем мне визуальные запчасти? Мне запчасти нужны. Так, мотор. О, мотор 4-го уровня, нихера себе. Так, управление. Ёба, народ, нихера себе. Так, чё? Турбо. Так. Ну, это так пойдет у нас, чё? Так, выберите тачку. Кстати, сколько у нас денег-то? У, бля, надо копить уже. Ладно. Давай-ка лучше дальше продолжим. На... О, все, побита территория. Так, давай с этой территории начнем. Да, гольф нифиговая такая тачка, я бы сказал. Он даже не хуже этого лансера, я бы сказал. Давай, гоните, пацаны. Я вас догоню все равно. Блядь. Ну, что я делаю? Так. Не, я вас все равно догоню. Куда бы вы не уезжали. Оп, один уже врезался. Красавчик, так. Так. Рэди, говоришь ты, да? В смысле? Ты же рэди сказал, я готов, типа. А, блядь. Давай! Убери эту шмару.
Но будешь ее подставлять? Все подставила. Так, ну чё? Это уже мне нравится. Я, наверное, оставлю себе гольф. Да, нормальная машина. Подлагивать немножко. Последний круг. А это круги? А, да, точно. Я уже к спринтам привык. Этот что, до сих пор там стоит? Охренеть! Что там до сих пор стоит? Ни хрена себе. Этот Pontiac там до сих пор стоит. Охренеть. Так. Хобана. Так, притормозили. Повернули. Так, там едет сзади кто-то. Сзади кто-то подбирается. Получил. Так, нормально чё. Давай-ка вот сюда зайдем. Так, мои тачки. Выбрать тачку. Так. Так, с визуальной запчасти. Давай, запчасти. Так. Четвертые. Бля, денег не хватает, сука. Да выйти отсюда надо. Тут чуть больше будет, а тут чуть меньше. Так что пойдем. Так. Ага. Да, карта гонки. Что у нас? Круги, спринты, круги на выбывание, так, посылки. Давай-ка. Так, СМР-2 что-то тут у нас охреневший. Так. Понял. Давай его зафигачиваем. Ну, давай на своем Skyway. На Nissan своем, ё-моё, 240. Ну, фигач давай его.
Молодец. Трафик еще зафигачил. Ох, ебать! Вот это подлетел. Так, блять, он вперед уехал, пидорас. Пошел нахрен! Toyota MR, блин. Так. Куда ты там уехал? Далеко от меня не уедешь, блин. Потихоньку тебя догоняю. Эшка, блин. Давай, зафигарь его как следует. О, красавчик вообще, от души. Вот такие вот, блин, побольше бы таких штурмовиков, штурманов, блин, штурмовиков. Побольше бы таких штурманов, так. Так, давай-ка нажмем пробел и давай-ка сохраним, выйдем. Денег у нас хотя бы сколько? А, вот сколько. Понятно. Ясно, короче. Так, спринты. Опять. Форд, опять МР, опять Ауди ТТ, я бы сказал. Опять они не туда поехали, придурки. А хотя, может и я, не туда поехал. Не, я его обгоню точно. Давай-ка зафигачь, а. Давай, проходи. Я тебя пропущу. Давай. О, красавчик.
Блять, а этот уедет. Да нахера? Ай, блядь. Нахера на эту кнопку, блядь, какая-то вызов какой-то строки. Кому он сейчас нужен? Да ну нахрен, уже 85-83, он, блин, уехал. А, бля, я проебу. Сука. Так, я сюда поехал, короче, так. Опять, блядь, Audi TT уехал. Чувак, а ты ехать будешь? А вот он приехал. Блять, Ауди уехал, сука. Не уедет, блять. Сейчас мы на него штурмана стравим, так. Ну давай, штурман, помогай. Помогай, штурман, твой налево. Пиздец, помощник ты от бога. Да бля, вы чё, охерели что ли? Чё, не можете догнать? Ебать, как вы мне помогли. Сука, ебучая ТТ-ха, а. Заебала меня. Блять, азот здесь. Так, ты, блять. Теха ебучая. Давай, блять, убери эту кучу ТТ-ху, все, красавчик. Там кто-то, блядь, еще едет. Можно уже расслабиться, в принципе, чё. Восемьдесят один девяносто, все, можно расслабиться.
Нормально. Так, да. Выбрать гонку. Давайте вот. Спринтяра. Давай спринт выберем. О, да ладно, мы с каким-то боссом будем ездить. Спринт-дуэль получается. Да, красава вообще. Я уж думал, будешь ты сложный. Блять, я накосячу. Ускоряешься, не пойму. Как ты так ускоряешься, блин? Непонятно. Блин, длинный спринт бы, я бы сказал. Зато денег дали больше. Теперь выбывание. Гонки на выбывание. Без помощников. Так, опять эта, сука, ебаная Audi TT. Бляха-муха. Зашибись. Не влетел, называется. Не влетел в поворот. Придурки уехали. Вперед. Не, случайно на shift нету этого ручника, что мне кажется, что я shift нажимаю, ручник еще применяется. Так. Одного я обогнал. Кстати, мне это что-то трасса это напоминает. Помните, как мы, когда мы с Рейзером ехали первую гонку? Или не первую? Короче, последнюю гонку с Рейзером ездили. Вот это вот мне напоминает. Вот эта трасса немножко. Когда мы гонку с Рейзером ехали.
Что мне эта трасса ее напоминает. Блять. Ну заебись, блядь. Так, один выбывает у нас, но это не я точно. Я, блядь, буду вот так вот делать нахер. А я влетел. Сука, ебучая ТТ-ха, она меня уже заебала. Я хочу сам ТТ-ху купить. Накопить, может, на ТТ-ху потом. Заебало это ТТ-ху уже, если честно. Догоняю, что ли, еще даже. Ой, ебать! Сука! Не могу я что-то обогнать. Спасибо, хотя бы так. Я тебя обогнал. Бля, он за мной едет. Сука, я затупил. Блять, там сзади. Ах ты, тварь. Чё, хочешь обогнать? Хуй тебе. Не-не-не-не-не, ТТ-ха, ты заебала уже. Так, блядь. Нихуя он, блядь, близко ездит, конечно. Да пидорас! Сука. Это жестко. Это заново начинать надо, блядь. Ух, ебать, это жестко, я бы сказал. Так, иди нахуй, понял, да?
ТТ-ха ебаная. Бля, чё за подлагивание? Эй, блядь, чё за лаги? Эй! Не лагай, блядь! Чё это было, блядь? Чё за подлагивание? Сука. Какого хуя? Какого хуя это было сейчас? Слышь ты, блядь. ТТ-ха ебаная, блядь. Ну, заебала. А ну стой, блядь. Это за подлагивания только что были. У меня же, блядь, ни разу игра не лагала так. Блядь, мне что-то подсказывает, надо купить ТТ-ху тоже. А тачку тут продать, блядь, нельзя, сука. Я бы продал. О, блядь. Блять, знаете что? Ой, знаете что? Давай Казанова, блять, что-то это меня бесит. Давай грузись, говно. Вот теперь ТТ-ха, блять, пошла нахуй. Поняла меня? Ебаная ТТ-ха, блядь. Так. Toyota MR2 нам не соперник, блядь. Toyota нам не соперник, но. У нас гольф. Блять, чё так лагает она, не пойму. Тридцать FPS то падает, то растет. В чем прикол-то, не пойму. Так, давай едь. Едь. Едет, конечно. Но не так, как я хочу, блин. Блять, походу Думаю, на shift стоит эта фигня. Ручник, блин. Настройки посмотреть. Блин, надеюсь, это ТТ-ха улетела. А нет, блядь, ТТ-ха здесь. Сука. Пошла нахуй. Так, теперь МЭК осталось, да? Нет, это Понтиак. Но Понтиак мне не соперник.
Я сказал, не соперник ты мне. Шел нахер. Нормально, так я, наверное, всех раскидал, я бы сказал. ТТ-ха улетела. Самое главное, теперь нам никто не мешает. Ну, Понтиак это так. У него ускорение хреновое. Я так смотрел. Что-то я рискнул, гольфа взял. Тут какое-то было разнообразие. То на одном этом ездить. На одной тачке что-то как-то не в тему. Я сейчас вам про Mitsubishi Lancer говорю. Evolution, который. Так, ну потихоньку, помаленьку мы приедем на третий круг. И у нас, по-моему, останется из врагов только Понтиак, а ТТ-ха. ТТ-ха выбывает. ТТ-ха выбывает. Все, она выбыла. Азот ни хера не помогает. Он наоборот только мешает. Может, в натуре там у меня стоит на shift ручник. Так. Чё там? Shift. Кнопка shift. Ограничение аналога. Так, турбо кнопка. Ага. А R shift это у нас... Это этот, а? Ага. А чё у нас еще на shift стоит? Блять, что-то не знаю. О, блядь, сука, понятненько. На shift у нас еще стоит эта хрень. Тут по кнопка. Может его поменять? Ага. Вот на эту кнопку. А, понятно все. Значит, это управление. Значит, это shift. Понятно. Ага. Турбо кнопка. Так это ручник. Да, точно. Во, все, заработала шарманка. Я-то думаю, чё она у меня так медленно едет? Это потому, что у меня стоит одна и та же кнопка на одну и ту же... Ну вы поняли. На одну и ту же эту... раскладку. Думаю, чё она как этот едет, блин? Медленно. Сейчас посмотрел в раскладку, и там, оказывается, у меня одна и та же кнопка стоит. Поэтому она медленно едет, я бы сказал. О! Я почти доехал! Я приехал. Ага. Не, давай-ка выберем гонку на вылет. И теперь... Да, теперь у нас против нас RX-8.
Да, пацаны, я вас обгоню. Я вас немного обгоню. Вы не против же будете? Я думаю, будете не против. Я-то думаю, чё оно так медленно едет, когда я нажимаю турбокнопку? А там, блядь, оказывается... Это, как его? Ручник стоит. Или переключение, передачи, блядь! Да ты говнюк. Так, блядь, надо догонять этих придурков, он, блядь, меня затормозил. Говнюк. На своем понтяке, так. Блядь. Что-то мне эта трасса напоминает из Most Wanted. Там такая же почти что была трасса. Блядь, сука, свой понтяк, блядь. Пошел нахрен со своим понтяком. И вообще ты выбыл. Ну да, шестая передача. Я что-то думаю, что мне мешает такое? А я, блядь, потом подумал. Смотрю, у меня там кнопка стоит. Ну, я все поменял. Теперь у нас ручник на кнопочку L. Соответствующую. Так. Пацанчики. Все, пацанчики, я вас обогнал. Ничего, в принципе, пойдет. И сейчас будет третий круг. И последний круг. Нормально, в принципе, чё? Кто там за мной такой едет? А, Рекса! Рекса восьмая. Кстати, я тоже хотел прикупить, но она что-то заблокирована. Зато гольф не заблокированный. Да, гольф не заблокированный будет. Мы еще, наверное, потом поиграем после NFS Carbon on the City, наверное. В Most Wanted 5.1.0. Если кто не знал, есть еще Most Wanted 5.1.0. Это, короче, клон будет этого обычного Most Wanted, короче. Клон обычного Most Wanted будет. Но мы в него поиграем. Я бы так сказал. Так. А, давай-ка вот это начнем соревнование. Кто быстрее, что ли? Конечно же я на своем гольфе. Не, извините, но мне конкуренции не будет, точно. Мне никакой конкуренции. Да надо заново начинать. Я что-то поворот, что ли, пропустил? These guys are pathetic. Let's jump on.
Поворот упустил, что ли, не пойму. Ну, вот тут я поверну. Так, куда дальше? Сюда, что ли? Ага, за стрелочкой ехать, блин. Так. Так, куда? Сюда? Так, сюда. Так. Доехать до конкретной точки надо мне. Почти доехал, как бы. А вот и посылочка. Сейчас мы ее возьмем. Все, доехали до этой самой посылочки. Раньше этих придурков. А, у нас что, гонка с боссом открылась, что ли, или что? Гонка с боссом, что ли? Что-то не понял. Что это? Всегда казалось, что это гонка с боссом. Так. На этот раз без помощников. Ладно. И опять же, блядь, уезжает Audi TT. Никуда ты, блин, от меня не уедешь. Бля, я не туда поехал, сука. Опять, сука, это Audi. Надо самому как-нибудь купить Audi. Ну и Golf, в принципе, тоже ничего, ничего такая тачка, бы сказал. Ну что-то Audi, что-то она слишком... Я бы сказал, имбовая какая-то. По ускорению и по скорости. Так, ну, это мы сделали. Ебучая ТТ-ха, блядь. Я бы сказал, ебаный еще поворот, блядь.
Так, пошла нахуй, а? Вообще, съебалась. Ты меня бесишь, ТТХ. Так, ну чё? Нам сюда. Нам сюда. Так, тут мы проехали нормально, так. Да, раньше. Так. Дальше. Так, все нормально. Потом сюда поворот. Там как-то надо повернуть. Так вот как-то. О, зашибись. Вот это поворотики, я бы сказал. Мы раньше всех приехали. Ай, ТТ! Блин, бесит меня. Конкретно бесит. Так. Выберите гонку. А гонку с боссом что, не можно? Нельзя что ли выбрать? Подожди-ка, назад. Это гонка с боссом, что ли? Или с кем? А, это... Подождите, это разборка. Получай, сука, ебущий ТТ. Так. Вы не в ту сторону поехали. Так, блядь. Один уже дымится. Блядь, ебаный в рот.
Давай, гони. Сука. Ну. Так, с минус Рекс 8. Блин, сейчас вас догнать бы. Придурки, так. Так вы еще не туда едете. Нормально. А я уже победил, в принципе. Гонка? Ну, давайте. Потом этим, с этим закончим. И все. Эту гонку пройдем, да закончим, наверное. Давай, фигач, красава. Я срежу. Так, вот этот вот тоже мне напоминает трассу из Мост-Вантеда. Заколок. Ни хера он тому. Нифига себе. Да ладно, я победил. И деньги все в карман из-за этого. Так. I like your style. Most drivers are intimidated by a group of women. Come through here as much as you like. Oh, one more thing. I know you were a friend of Sarah's. She was a good kid. Would have let her into the Sirens, except she was always loyal to Mick and the Sevens. Anyway, I don't like how she was taken out. It makes a girl feel unsafe. Me and the girls will ride with you if it means we get to give some payback to whoever took out Sarah. Come on,
Let's go. Так, ну ладно. Вот это вот надо немножко обрезать. Ладно. Я немного это потом подрежу, чтобы вам не смотреть долго. Так, ну все, мы победили. Так, открыли запчасти, открыли визуалку, открыли новые тачки. Новый рекрут. А, кстати, что она делает? Она убийца у нас, да? Ага. Нет. Давайте поменяем, что ли. Кстати, что за тачки открылись? Так, автомобили? Нет, 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 нет. Мне не эти автомобили интересуют. Вот эти вот автомобили. Так, что? Pontiac Solstice, так. Eclipse GT, так. Ford, Toyota, Mustang. Rex 8 имеется. Так, ну я что-то немного рискую покупать. Audi TT появилась. Краузлер, ну нахрен он мне не сдался. Вот такой вот Краузлер, я бы сказал. Вот. Краузлер, так. Давай-ка назад. Краузлер, конечно, нам не нужен. А, запчасти. Давай-ка мы прокачаем у нас гольф. Так. Немножко прокачаем гольфа. Так, нитро у нас полное стоит, да? Ну это да. Турбонаддув полный. Это полное. Это полное. Вроде тоже. Короче, по-моему, все на максималках. Я бы сказал. Ой, блядь, что я делаю? Так, с назад. Выберите машину. Давай-ка мы выберем нашего доброго. Да, вот этого. Так, тачку. Запчасти. Так, управление четверка, да? Шасси четверка. Турбо 4. Вот мне нитро надо поставить. Мотор у нас на четверке. Турбонаддув, нитро, ну все, настроил. Прогулку под городу начать. Давай начнем, прокатимся хотя бы. Неплохо тоже так ездит, я бы сказал. Мы еще гольфа прикупили. Но он, кстати, тоже нехило так ездит. Я бы сказал. Ладно. Нажмем, наверное, на паузу и, наверное, закончим на этом. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.